Ребята, всем привет! Приветствуем вас на канале ABC Cooking. Как и обещали, показываем вторую часть видео о Ниагарском водопаде. Сейчас мы спустились на лифте вниз и вышли на одну из смотровых площадок, которая находится близко к Ниагарскому водопаду с канадской стороны, а точнее к водопаду Подкова. На другой стороне находятся Соединенные Штаты Америки, а также вы видите американский водопад Ниагара. Вдали по течению находится Радужный мост, о котором я говорила в своем первом видео. Если вы не смотрели первую часть о Ниагарском водопаде, то пройдите по ссылочке на видео. На смотровой площадке, на которой мы сейчас находимся, менее холодно, чем на самой верхней смотровой площадке, где мы были в первой части видео. Сейчас вы видите нижнюю смотровую площадку, которая закрыта для туристов из-за безопасности, потому что там очень толстый слой льда и снега. Сейчас мы пройдем немножко ближе к водопаду, чтобы вы смогли увидеть всю мощь падающей воды. Кстати, по словам экскурсовода, скорость воды 154 миллионов литров за одну минуту летом и 86 миллионов литров за минуту зимой. Слово Ниагара по одной из версий произошло от названия ирокезского поселения Ангиара, что в переводе означает буквально «раздвоенная земля». Местными коренными жителями являлось ирокезское племя Ангиара, которых французские поселенцы прозвали нейтралами за их способность переговоров с другими племенами. Индейская легенда рассказывает о красивой девушке Лилавалае, которую отец обручил за индейского воина, которого она не любила и презирала. Замужеству она предпочла принести себя в жертву ее истинной любви – богу грома Хено, жившему в пещере под водопадом Подкова. Она направила свое каноэ в быстрый поток реки Ниагары и бросилась с высоты водопада. Хено поймал ее на лету, и с того времени их души стали жить вместе в святилище бога грома под водопадом. Сейчас мы спустимся на лифте и направимся в тоннели, которые находятся непосредственно под самой Ниагарой. Поток воды настолько мощный и оглушающий, что нам, к сожалению, пришлось отключить звук, иначе вы бы не услышали наши комментарии. Если вам понравилось наше видео, ставьте пальчик вверх и, конечно, подписывайтесь на ABC Cooking. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!